Все, кто внимательно следит за тем, как проходит чемпионат мира по биатлону в Анхольце, уже давно заметили, что в гонках не выступает российская биатлонистка Кристина Резцова. Ее не было в заявке ни на одну гонку. Многих интересует вопрос, почему нет Кристины. Ранее старший тренер сборной России Виталий Нарицын отвечал на этот вопрос. Он заметил, что та четверка, которая сейчас выступает, вполне может побороться за медали. Это Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Возможно, конечно, он и прав. Правда, что-то никаких медалей в борьбе не видать. Конечно, тренерскому штабу виднее, кого ставить в участие в гонках, однако удача явно отвернулась от российских спортсменок. Ну реально, ни одного подиума. А что по этому поводу думает сама Кристина Резцова? Она поделилась своим мнением по поводу сложившейся ситуации. С большим сожалением Кристина отметила, что она вечно находится в запасе, хотя готовится на каждую гонку. И перед каждым соревнованием узнает о том, что она не участвует в этом самом соревновании. Кристина Резцова высказала свое недовольство тем, что решение штаба проходит по спортивному принципу. Спортсменка считает, что ее результат в любой гонке был бы не хуже того, что показывают подруги по команде. Она заметила, что достойной женской сборной никто не выступил. Только у Екатерины Юрловой-Перхт можно сказать, что есть какой-то средний результат. И тут, возможно, уже права сама Кристина. Кроме того, Кристина Резцова добавила, что теперь она начинает свою подготовку к чемпионату Европы. Остается пожелать Кристине Резцовой удачи и везения. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!